Привет! Ни для кого не секрет, какая политическая обстановка сейчас творится в мире и что вообще происходит. Беженцы переселяются на территорию Российской Федерации, и все бы ничего, да, но первую тревогу забили бабы. Одна деваха сняла видео, что типа кто примет беженку, ну так в шутку, а вторая начала паниковать. Теперь все проститутки ДНР будут съезжаться к нам и просить пристанища у русских мужиков. Тут самим жрать нехуй. И вот тут как раз проявляется вся нехорошая сущность, где одна переживает, куда бы пристроить свой зад, а вторая переживает за конкуренцию.